Ну что, ребята, я думаю, что по началу ролика вы поняли, что намечается серьезная тема, и сейчас это реально произойдет. Блин, все это начал примерно в 10 утра, я примерно зашел там, пока распределил, что как вообще будет происходить. Ну, ух, блин, сейчас уже почти 3 часа обеда, и это все делалось нон-стопом, то есть я не выходил из игры, максимум мог там, играя, попить или еще что-то, пока супер лайтовые волны, это можно сделать. Но сейчас, ребят, крайняя каточка, и будем лицезреть с вами красоту. В этой крайней каточке мы постараемся сделать максималочку. Я по логам вам покажу, что мы до этого, ну там, выше 6.20 не шли, потому что когда у нас уже было 6.10, напомню, максималка 6.15, мы просто останавливались, убегали в стороны, чтобы наш сейф поскорее сломали. И сейчас мы такого делать не будем. Сейчас мы попытаемся отыграть на максимум и посмотрим, сколько сможем. Было бы круто, если бы мы сделали 7 минут, но все зависит от рандома, так сказать, от дропа, что нам выдаст на волне. Допустим, после там 6.20, если пойдут супер много боксерчиков, а за ними сразу будут переть лазерщики, то у нас может тупо не хватить урона снести всех боксеров, а потом добить лазерщиков. И эта волна заберет кого-нибудь, а после этого мы уже просядем и не сможем дефать. Поэтому вся эта тема — это рандомная вещь, так что будем надеяться, что крайняя каточка будет эпичной. Ну а если вам, ребята, этот ролик понравился, хотя бы за мои старания, это в принципе можно было бы сделать, закинуть лайк. Ну и погнали смотреть, уже потихонечку фиолетовый. Напомню, по пику у нас ПМ с хилкой, то есть от ее выстрелов хилит, но до этого мы играли с Акланом, у него была не хилка, а наоборот, хилка урон, которая дает врагам урон. Сама станция, и там тоже неплохо, эту станцию ставишь прямо возле робота. Ну, например, возле босса. И все нормально идет, урон тоже хороший проходит. Джесси у нас не хилит тарелку. Джесси у нас не хилит, да, у нее турелька стреляет рикошетом. И я использую первую старку, потому что вторая, в принципе, не особо важна. Но она, конечно, могла бы сейчас разочек зарешать, но в целом я думаю, что большая территория, чтобы каждый из тиммейтов стоял под уроном и наносил повышенный урон, это, думаю, хорошая тема, поэтому я использую первую, хотя у меня есть вторая. Ну, в общем, вот этот пик, он неплохой. Если вот три бравлера, эти у вас 10 левела, то вы можете на изи там даже попадаться за 7 минут. Но есть много вариантов, но я считаю, что бит куда круче, нежели чем бык или прима, потому что, во-первых, он дальний, во-вторых, он может усиливать всю команду, и в-третьих, ребята, посмотрите, просто босс, ну, грубо говоря, на одном дыхании не сносится, и это предпоследний босс, но красного тоже супер изи сносить именно с битом, потому что сумасшедшая станция, она урон очень лютый дает. Но Джесси потом хороша именно на волнах, когда супер крутые волны идут, она очень помогает со своими рикошетами от своих выстрелов, от турельки. Все эти рикошеты, они, вот когда мы бросаем нашу станцию, в предыдущих катках мы это делали, просто отходили, а турельку, допустим, никто не ломал. Так эта турелька могла сама там погасить двух боксерчиков, хотя мы уже их не трогали, чтобы отошли. Но мы уже отошли, чтобы урон уже был как можно максимальнее по времени, чтобы нашу базу быстрее сломали, и мы отправились в следующую катку. Так вот, турелька могла снести сама несколько роботов в соло, даже не трогая, грубо говоря, там Джесси свои выстрелы. Поэтому это прикольная тема, но уже осталось 4. А, не, вру, ребят. Сколько? Две волны осталось до босса, потому что уже пошла следующая волна, 19-я, а босс будет, крайний босс будет на 21-й, красный босс, и быстренько его завалим, и потом уже начнется самое интересное. Я считаю, что очень важно, если вы хотите прям дофига рубануть, например, 7 минут, я считаю, что каждый выстрел, он должен быть, так сказать, на 100% использован. Если вы видите, что там песик бежит, а у него всего лишь 2 кхп, вы лучше свои заряды оставьте, потому что, ну, возможно, ваш тиммейт тоже стрельнет, и тогда пёселя добьет уже ваш тиммейт, а вы сэкономите очередь, которая вам в следующую секунду может помочь. Вот именно
с таким подходом, мне кажется, реально прям хороший рекорд взять. Но если, допустим, вот 400 хп я вот так стреляю, ну, понятное дело, я через стенку это показывал, но, образно говоря, я очередь трачу впустую. Это может потом уже сказаться. Но давайте, ребята, финальные минуточки пошли, и после этого заценим самые офигительные кадры, которые я готовил для вас фиг знает сколько времени. Больше там 4 часов. Так что погнали. 5-15, но вот потихонечку бегут пёсели. Их, в принципе, не так сложно сносить. Я думаю, что самой сложной комбинацией, как я уже говорил в начале, это боксерчики, за которыми сразу бегут лазерщики. Это такая офигительная стратегия, которую используют, наверное, в многих играх. Сначала идет танк, а за ним идет офигенный стрелок. Там где-то в доте, может быть, или еще где-то. Но дофига, где такое может использоваться. Так что и здесь это тоже очень решает. Но вот сейчас уже начинается немножечко напряг. Так. Ладно, ничего страшного. Лиза сейчас появится. Пока еще не самый замес. Но у нас небольшие проблемы. Надо сносить вот этих двух лазерщиков. Вот сейчас очень тоже напряжный момент был. Все, продержались. Теперь надо срочно отхилиться по хп и срочно накопить зарядов. Так, давай, давай. Сейчас надо снайпера сносить. Сносим снайпера, отлично, все, теперь надо подхилиться, перезарядиться, и все, пошла жаришка. Сразу сносим. Ой-ой-ой, вот здесь уже плотно начинает идти. Так, турелька пошла, все. Можно станцию тоже перезарядить, я думаю, это в принципе... Блин, вот с угла тоже они люто бесят меня, когда они стреляют с угла, это тоже очень мешает. Ой-ой-ой-ой, мы уже плывем. Уже слишком много их, слишком... Но, блин, уже все. Я думаю, что чуть-чуть. Давайте я поставлю станцию 6.45. Блин, чуть-чуть не дотянули до 7 минут, но все равно это офигенный результат. И вот они, ребята, крайние даблеры. Блин, это тоже очень большой попадос был. И 1280. Давайте теперь отправляемся сюда и смотрите на эту красоту. 3003, это, блин, офигенно, офигенно. Я потому что очень рад, я, честно говоря, даже не застал тот момент, как вообще это могло получиться. Я там копил 1200, потом потратил, когда вышла Биби, потратил 400 боксов, у меня оставалось 800. Я даже не, так сказать, не успел отследить, как я так смог быстро накопить еще столько много боксов. И давайте я вам покажу логи. Просто гляньте, ребята. Все меню... Просто в такой дичь. И вот самые крайние, они были 3 часа назад, но чтобы вы понимали, это не последние катки, то есть там их еще намного больше было. Так что я считаю, что такой ролик заслуживает лайка. Спасибо всем, кто помогал. Спасибо Лизе, Ultimate Rider, там Кроу был, Диктатор и еще пару ребят. В общем, спасибо вам всем. Но вот здесь вы можете увидеть, что было в начале, как только начинался весь этот движ. 2586 боксов, а сейчас уже 3000. В общем, как-то так, ребята. Всем удачи и всем пока.